Всем доброе утро, девчонки. Сегодня будет распаковка. И шторы будут в распаковке в этой. А вещи будут для женщин маленького роста. То есть для меня. Девчонки, где вы были раньше? Потому что я про это не знала. Мне сказала одна из моих зрительниц, что на Цаланду есть такая, ну, страничка, что ли, что, или Петети, или Петите, я не знаю, ну, в общем, я напишу где-то вот сверху, снизу, как это правильно называется, и это специально для девчонок до, по-моему, 1,60 м, что ли, вот, а у меня рост 1,56 м, да, 1,56 м. Я заказала куртку одну кожаную, двух размеров, не знаю, как подойдет, штаны. Опять штаны взяла с дырками. Я обожаю штаны с дырками. Девчонки, я не знаю, что вам не нравится. Но это дело каждого. Я ношу всегда и буду носить то, что нравится мне. Я одеваю то, что мне нравится. Неважно, мода это, не мода это. Мне должно нравиться. На мне должно красиво сидеть. И только я скажу, буду я это носить или нет. И никто другой. Ну что, начнем? На мои волосы не обращайте внимания, у меня такие еще полусухие, полумокрые какие-то. Я только что после душа купаюсь сейчас очень осторожно, чтобы, не дай бог, не намочить свои брови, потому что они у меня свежие. В общем, ладно, давайте начнем со штор. Шторы я заказала в зал, у меня еще нет новых диванов, новой стенки, паласа, но шторы я уже заказала. Заказывала я их в Bonprix. Вот они, эти шторы. Ну, знаете, сейчас еще утро, а мне нужен свет, чтобы был дневной. Они что-то похожие, как вот сейчас на мои висят, серые, только вот другого цвета. Они не очень такие прозрачные. Они такие чуть-чуть плотные, как вот тонкий велюр. Вот, ну, похоже что-то вот. В общем, вот такие вот шторы. Вот такие, в общем, шторы будут у меня висеть в зале. И к ним будут такие подходящие подушки. Только я еще не знаю, какие. В цветочек, без цветочка. Какой-то рисунок будет. В общем, не знаю. В упаковке были две шторины. Если я покупала серые, серые я покупала каждую по отдельности. Брала их в Отто и отдавала... Ой, не помню, где-то примерно 80, 90, 100, не знаю. Ну, вот в этой вот окружности. За эти я отдала. В упаковке было две шторины. И взяла я две упаковки. Отдала за них... отдала я за них 65 евро. Но еще не отдала, надо будет заплатить. Так, все складываем. И распаковываем вещи с Zalando. Рома, как придет с работы, мы, наверное, попробуем их повесить на одно окно. Просто я хочу понять, тот цвет нравится, мне не нравится. Если мне не нравится, понятное дело, я отправляю это все назад. Если мне понравится, то я их сниму, вешать пока не буду. Я буду вешать их тогда, когда у меня будет полностью все в зале новое. Это, я повторюсь, Zalando. Здесь у меня две пары обуви. Одна спортивная, другая под какие-то платья, две кожаные куртки двух размеров и джинсы тоже взяла двух размеров. Не знаю, какие подойдут. Потому что я всегда мечтала о кожаной куртке. Обыкновенная, классическая, типа, знаете, такая, как у байкеров, знаете. Но мне всегда, всегда, как хорошо везде сидит, но рукава вот такие длинные. А кожу я подрезать никогда не хотела, не знаю почему. А тут девчонки мне написали, что есть, оказывается, для специально маленького роста. По идее, с моим-то ростом я должна была это знать, но я не знала. Я знала, что есть обувь маленького размера, вот, например, в Испании. В любой магазин зайди, и есть обувь маленького размера. У нас нет. Не в каждом магазине, это очень редкость, что женская обувь начинается с 35 размера. Но теперь-то я знаю, я вот девчонкам своим знакомым, кто тоже маленького роста, тоже об этом сказала, что девчонки, оказывается, есть для нас одежда. Так, слава богу, что есть еще бумажка, чтобы сразу отправлять назад.
Потрясающе. Так, ну что, кожаная куртка. Кожаная куртка я давайте померю 34 размера. Нет, давайте на раз сразу 32. Пришло уже с плечиками, это тоже хорошо. Это большой плюс. Сразу будет вешалка. Взял и повешал шифонер. В новый шифонер. В новый мой шифонер. Ай, пахнет как кожаный. Так, все, давайте будем мерить. Это 32 размер. Длина нормально рукавов, но вот тут она мне узковата. Так, все снимаем, одеваем 36. Хорошо, что я взяла 34, это 32. Сейчас будем мерить 34. Стоит она, по-моему, 70 евро, да. 70. Вторая курточка. Здесь, наверное, тогда рукава уже будут подлиннее. Так, здесь такие штуки, они... Нет, вот это прям классно. Вот это прям курточка. Прям хорошо. Как вам? Мне очень нравится. Ну... Рукава что-то. Ну, блин, ну рукава, мне кажется, долго длинноваты. Посмотрите. Блин. Не подкатишь никак. Адох, подождите, а если так сделать? Вот. Под вот это вот подкатил, и все. А уже с этой стороны как-то можно пришить. Есть карманы. Вот здесь на заклепочках. Хочешь, закрыл. Но я закрывать не буду, потому что я куртки никакие не застегиваю. Я повторяюсь уже много раз. Я куртки не застегиваю. В общем, рукава можно вот так подкатить. Ну, что скажете? Брать, не брать? Вот это вот, как она, фурнитура или как это называется? Она такая золотистая. Я, правда, не люблю золото, но серебряных не было. Так, следующее. Это джинсы. Джинсы стоят 25 евро. Я взяла 34 и 32. Повторюсь, они тоже с дырками, но они не тянутся, в них нет стрейча, и я не знаю, как они будут на мне сидеть. Вот такие все порванные. Сейчас будем мерить. Опять же, да, это вот пятете, не знаю, для женщин маленького роста. Ну что, это 32 размер. Блин, какие они классные. Блин, джинсами довольна. Прям вот идеально. А еще заказала спортивные такие кроссовки. Вот сейчас эти кроссовки. Джинсы, кожаную куртку. А можно и каблучок тоже сюда одеть. Прекрасно смотрятся каблуки. Вот такие штаны. Потрясающе. Сейчас, и у меня будет уже куда-то аутфит. Вообще шикарно. Прям шикардос. Вот такие взяла. Они найковские? Да. Или нет? Или не найк? А может и найк? Я ж в обуви не... А, не, найк вот. В общем, вот такие вот. Размер это 35-й. Сейчас, девчонки. Куртка, новые штаны и эти кроссовки. Ну разве это не красота?
Ну, это, говорю, надо вот тут делать рукава. Ну, ладно. Блин, какая прелесть. Ну, это я точно все оставляю. Кроссовки и штаны. Вот прям мое-мое. Вот это вот я. Мне нравится. И кроссовки классные. Тоже красиво смотрится на ноге. Мне очень нравится вообще. Прям шикардосик. Вот прям шикардос. А это просто летние. Летние вот такие вот босоножки. Они замш. 30, ну, в общем, размер 35, тут не стоит, но размер 35. И тоже, между прочим, с этими джинсами будет хорошо. Но, конечно, куртка уже сюда не подходит, мне кажется, потому что я считаю, что обувь должна быть или под куртку, или под сумочку. Я одела, у меня такое платье было, я его еще ни разу, правда, не одевала. Ну вот, смотрите, как с этими. Очень красиво на ноге смотрится. Далеко, наверное, да? Хорошо, мне очень нравится. Девчонки, вот еще один вариант. У меня такое вот платье было. Ну ладно, есть кожаная куртка и кроссовки. Вообще, да? Мне очень нравится. Вот прям классно. Классно, классно, классно. Здорово. Блин, довольна. Очень довольна своей этой покупкой. Ну, а я на этом буду заканчивать. Пишите, что понравилось вам. Пока-пока.